Они 20 лет разворовывали полностью армию, а потом решили начать войну. И думали, что просто сейчас Украина испугается и сама все отдаст. Поэтому они поехали захватывать Киев на автозаках, повезли там с собой парадную форму. И когда они поняли, что война не закончится через 3 дня, она только началась, и придется долго воевать, нужно было население России готовить. Нужны были какие-то символы, которые они даже заранее не придумали. Там, например, в кадр попала техника с буквой Z, например. И они решили сделать ее символом. Начали это везде букву Z мудацкую рисовать на всех баннерах. Вот появилась свастика. Почему буква Z? Что она значит? Никто не может сказать. Но она ничего, потому что не значит. Но сейчас она уже для нас всех значит нечто омерзительное.